Добрый день, меня зовут Олег Гросу, я с Западной Украины, с города Ивано-Франковска. Мне очень приятно, что у меня есть возможность показать свои работы, и мне очень приятно, что эти работы, возможно, вам и понравятся. Моя первая работа называется «Капитан Немо». Работа выполнена из металла, дерева и полимера. Размеры картины 25 на 35.